Задать вопрос или сообщить о нарушении предлагают прокуроры. Горячая телефонная линия по вопросам защиты прав инвалидов состоится 20 февраля. С 9 часов утра и до 6 часов вечера на звонки будут отвечать специалисты прокуратуры Кировской области. Задать вопрос можно по телефону 38 11 93 или оставить его на официальном сайте. По каждому обращению будет проведена проверка, заверили прокуратуре. О других новостях города и области расскажем в коротком видеообзоре. Бензин в регионе дороже, чем в среднем по стране. К такому выводу пришли специалисты Федеральной службы государственной статистики. Так, если в Приволжском федеральном округе средняя стоимость бензина составила 36 рублей 69 копеек за литр, то в Кировской области цена за литр оказалась выше среднего – 37 рублей и 2 копейки. Акция «Десант здоровья» продолжается. Выезды в районные больницы проводят врачи не только областных учреждений, но и межрайонных лечебно-диагностических центров. В региональном Минздраве рассказали, что в марте пройдет 38 выездов в 22 района области. Причем в некоторые из них десанты приедут по несколько раз. Например, в Суне специалисты различных профилей побывают 6 раз. В выездах примут участие терапевты, эндокринологи, кардиологи, неврологи, офтальмологи, лор-врачи, онкологи, хирурги и другие специалисты. Состав десанта зависит от потребностей каждой конкретной больницы, пояснили в областном Минздраве. Больше полугода на посту и 58-я строчка в рейтинге губернаторов. Игорь Васильев, по данным Центра информационных коммуникаций «Рейтинг», за два месяца этого года поднялся сразу на 7 позиций. Результат основан на опросе и анкетировании экспертов разной профессиональной и социальной принадлежности. Напомним, обязанности губернаторов Кировской области Васильев временно исполняет по приказу президента страны с 28 июля прошлого года.